Владимир Уйба наградил 40 росгвардейцев, выполнявших боевые задачи в Донбассе. Помимо благодарности главы региона, бойцы получили нагрудные знаки за безупречную службу Республики Коми. С первых дней специальной военной операции на Украине спецподразделения управления Росгвардии по Коми достойно выполняли поставленные перед ними задачи. Не обошлось без потерь. При исполнении служебного долга погибли капитан полиции Алексей Апацкий и старший лейтенант полиции Михаил Рябинок. Их память почтили минутой молчания. Владимир Владимирович Путин назвал всех участников специальной военной операции героями. И это именно так. Действительно, все вы настоящие герои. Вы с честью выполнили задачи, боевые задачи, поставленные перед вами верховным главнокомандующим, президентом России Владимиром Владимировичем Путиным. Проявили при этом героизм, отвагу, показали профессиональный уровень, высокий уровень боевой подготовки. Владимир Уйба выразил уверенность, что благодаря профессионализму и самоотдаче наших защитников цели, поставленные верховным главнокомандующим Вооруженных сил России, президентом страны Владимиром Путиным, будут достигнуты.